Поймать и обезвредить. В Чувашии прошло масштабное антитеррористическое учение по предотвращению теракта, розыску и задержанию особо опасных преступников. В тренировке приняли участие силовики, сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, а также органов государственной власти и самоуправления. По легенде, преступники напали на сотрудников правоохранительных органов, а после скрылись в заволжских лесах неподалеку от поселка Сосновка. На месте сразу развернули оперативный штаб под командованием начальника управления ФСБ Альберта Савинцева. В ходе учения силовики провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили местонахождение террористов и задержали их. В ходе учения силовики отработали тактические приемы, которые обычно используются в различных внештатных ситуациях. Цели, ради которых проводились тренировки, достигнуты, сообщают в оперативном штабе.